cute puppy, very cute puppy. I'm so cute puppy. I'm so cute puppy. Yes, yes. Sure, I'm the best. I'm the best. I'm really the best. Yes. Ай-яй. Хорошо. Это тоже упражнение на самом деле. Не кусать меня за руку. Ай! Супер. Это очень актуально для щенков, на самом деле. Потому что первый вопрос, он кусается, да, Соня? Кусался сильно. Да. Yes. Какие уже были? Начинаем обучение с того, что фиксируем собачку. Если его и сможет ее зафиксировать. А потом отвлечение в виде руки. Не должен обращать внимание на нее. Вау, я этого упражнения еще не видела. Не видела, да? Чтобы он на руку не смотрел. Это начинается так, чтобы он не кусался. То есть ты концентрируешь его. Если я его потрогаю. Да. Чего не видно? Хорошо, хорошо. Он должен не обращать внимания на это. Чего не он концентрируется на мясе. Ай. И перестает обращать внимание, что с ним может. Поэтому можно там ай-яй, потом грумеру, ай-яй. То есть, ну, сознательный отказ, он перестает интересоваться.